Детки, доставайте попкорн. Позвольте мне рассказать вам историю космического викинга Тора Одинсона. Он не был обычным человеком, он был богом. После спасения планеты Земли в 500-й раз, Тор отправился в новое путешествие. Он набрал форму, превратил свою плоть в тело бога. И после всего этого... Мьёльнир! Он вернул себе свой титул. Как единственный и неповторимый Тор. О, тут я поспешил. Джейн? Моя бывшая подружка. Когда это было? 3-4 года назад? 8 лет и 7 месяцев, и 6 дней плюс-минус. У нас тут что, чувства? Ага, точно. Единственные, о ком заботятся боги, это они сами. Так что вот моя клятва. Все боги умрут. В июле. Я просто хочу сказать, что это было очень впечатляюще, то, что ты там сделала. Это был просто мой первый плохой парень. Ты никогда не забываешь своего первого. В этого бога. Мы верим. Ты не такой, как другие боги, которых я убил. Потому что у меня есть кое-что, за что стоит бороться. Тор, любовь и гром. Давай-ка посмотрим, кто ты такой. Снимаю с тебя маскировку. Опля! Ты перестарался, черт возьми! Может, мы должны помочь? Повременим. Виноград?